Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщины. Сегодня мое видео посвящается моему новому увлечению гейхерам. Вот таких вот 7 красавиц я приобрел у нас на местном рынке. Вот. Но сразу же хочу оговориться, что прямо на рынке я приобрел вот эти две маленьких гейхерки. Вот они здесь подписаны. Торгуют у нас молодые девчонки. Вот на рынке. Это вот гейхера Green Spice и гейхера Карамель. Ну, карамель вот у нас немножечко пострадала. Вот, но я думаю, что ничего страшного не будет. А еще у меня вот таких три побольше куста. Очень красивые. Сейчас я их сниму по очереди. Единственное, что на них не указаны сорта. Вот. Мне вот это вот очень понравилось. Такая очень красивая. У нее листья как почему-то мне напоминают чешую пресмыкающихся. Вот. И вот эти вот две. И еще вот такие две маленькие. Всего у меня получилось 7 штучек. Все сорта разные. Несмотря что две я купил на рынке. А вот эти вот три больших и две маленьких я купил. Мы заезжали в деревню Агринку Тамалинского района Пензенской области. Это от нас буквально 50 километров. Там женщина занимается цветоводством и садоводством. Это Раиса Попкова. Она есть в ее как бы все данные есть в Одноклассниках. Больше я не знаю, по-моему, больше она нигде не зарегистрирована. И вот если хотите, вы можете выйти в Одноклассники, набрать Раису Попкову, деревня Агринка, и посмотрите у нее на фотографиях, какая у нее красота. Мы заехали и удержаться даже не смогли от того, чтобы там что-то не купить. Я с ней заранее списывался, она мне прислала фото трех вот этих гейхер. В основном она продает саженцы вот такие вот, в таких вот хороших контейнерах, хорошо укорененные и хорошо наросшие. Но так как я у нее уже не первый год покупаю саженцы, то на просьбу дайте хоть что-нибудь еще, она продала мне вот подешевле вот такие вот две маленькие гейхеры. Посажу я их на клумбу перед домом, на высокую, где у меня хвойный микс. Вот, но так как хвойники еще очень маленькие, то разбавлять их будут вот такие вот красивые гейхеры. Вот такое вот небольшое видео. Сажать я буду, когда буду сажать, я сниму видео отдельно, потому что я хотел снять видеообзор по своему участку, но никак не получается. Кто смотрел ранее мои видео, они знают, что я говорил о том, что у нас придут работники работать и укладывать плитку вокруг дома, делать клумбы. Вот. И рабочие пришли не 1 мая, а гораздо раньше, потому что было тепло у нас. И вы не представляете, тут весь день то бетономешалки, то утрамбовочные машинки, то болгарки плитку режут, тут стоит виск, писк, рык, и снять что-то вообще не получается, потому что рабочие работают с утра и до вечера. Но я думаю, что через недельку они все закончат уже. Вот сегодня урвал момент, так как сегодня у нас первый раз за все время, после того, как растаял снег, первый раз пошел дождик. Хороший, приличный дождик, который наконец-таки все промочил. До этого мы уже неделю все поливаем, потому что хвойники все начали отсушивать хвою. Вы не представляете, можжевельники Blue Arrow начали отсушивать макушки, потому что дуют сильные ветра, суховеи. И вот эти нежные макушки, не одревесневшие, практически все можжевельники отсушили у меня. Такого еще ни разу не было. Ну, то есть, вот приблизительно снег растаял в начале апреля.
И с тех пор ни одного дождя не было. Земля как кирпич, все засохло. И вот мы уже где-то неделю все бегаем с ведрами и поливаем по участку. Итак, еще раз красивые мои новинки. Вот такие вот гейхеры. Ванила, конечно, тут на фоне других не очень выглядит, но все листочки у нее будут вот такие вот, нежные, карамельного оттенка. И когда нарастает кустик, я смотрел в интернете, получается очень красивая, необыкновенная расцветка. Вот такие вот мои гейхеры. Итак, всего доброго. Смотрите далее мое видео по их посадке, а также обзор клумбы перед домом. Пока.